целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов с 10 по 19 октября проходит профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Состояние дорожно-транспортного травматизма с участием пешеходов вызывает в республике серьезную обеспокоенность. За 9 месяцев в Татарстане зарегистрировано более 1000 наездов на пешеходов, в результате которых 78 человек погибли. Более 1000 получили травмы. С 10 по 19 число у нас более акцентированное внимание на выявление таких нарушений, как пешеходами, предоставление преимущества пешеходов, также составление карточки вину нарушителей. То есть дети у нас начались, наверное, с 1 сентября учеба началась. То есть в основном дети возвращаются со школы, бывают, нарушают, играют на проезжей части. То есть ребенок с одноклассником, возвращаясь, бывает невнимательный. И чтобы дети более внимательны на дорогу, на оценку внимания, то есть выявляем такие нарушения, предупреждаем. В республике 443 наезда произошли непосредственно на пешеходных переходах. В результате этих происшествий 13 человек погибли. На пешеходных переходах совершается каждый третий наезд. Особенно опасно темное время суток, изношенная разметка и отсутствие световозвращающих элементов. У нас сейчас погода, так скажем, темная, дожди, слякоть, освещение фар не совсем удовлетворительное. То есть проезжая часть у нас светоотражающих эффектов не имеет. Пешеходы бывает тяжело заметить, поэтому еще бы раз хотел сказать, наличие светоотражающих элементов на верхней части обеда. Это не только касается школьников, но и взрослых пешеходов, потому что и взрослые пешеходы бывают выходят на проезжую часть для их же безопасности. За время проведения операции «Пешеходный переход» в Заинском муниципальном районе дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов зафиксировано не было.